Дождик и звуки российского гимна приветствовали гостей международного турнира по мотоболу. Такие состязания в преддверии Дня города Видное и Ленинского муниципального района уже стали традиционными. Болельщики всегда с нетерпением ждут соревнований, закрывающих спортивный сезон. Мотобольные состязания совпали с 45-летием команды «Металлург». По моим подсчетам, это 15-й наш турнир, и поэтому «Металлург» ни разу не проиграл. Поэтому я надеюсь, что в традиционном юбилейном турнире, я надеюсь, мы в финал, конечно, выйдем. И в финале мы должны выиграть. И очень приятно нам открывать эти соревнования. Вот поприветствовали от главы Ленинского муниципального района Олега Владимировича Хромова наш видновский «Металлург». Команд участников. В турнире принимают участие 4 команды. Сборная Литвы, сборная Краснодарского края, команды «Ковровец» и «Металлург». Именно они и встретились в первый день соревнований. Спасибо, что нас приглашают. Мы никогда не отказываемся от этого. А погода, ну, бывает разная. Ничего страшного, что идет дождь. Тем не менее, мотобол проходит интересно и нормально, я считаю. То есть погода нас не испугала. Не испугала погода и истинных любителей мотобола. Они-то знают, что матч состоится в любую погоду. Захватывающая игра, интересно смотреть, тем более наша чемпион. Всегда надо поддержать. Любите ли вы мотобол так же, как любит его Михаил Васильевич Родионов? Он преданный поклонник «Металлурга» и старается не пропускать ни одного матча. Со дня основания мотобола мы постоянно ходим, любим наш «Металлург» и нашу сборную, всегда ей желаем. Болельщики всегда желают победы своей любимой команде. А та, чувствуя хоть и небольшую, но поддержку трибун, старается еще больше. В этот раз «Металлург» показал отличный результат, закончив игру со счетом 9-0. Один гол забил Антон Гусев, по 2 Никита Марков и Алексей Волков и 4 мяча у Ивана Криштопы. Спортсмены настроены только на победу и приглашают разделить ее жителей и гостей Видного в оставшиеся дни турнира. Конечно, приглашаем на этот праздник, День города, потому что без наших болельщиков мы не такую игру показываем, как можем. Всех приглашаем на этот турнир. Будет очень приятно увидеть вас. Напомню, что турнир продлится до субботы. В будние дни игры проходят в 16:00 и 18:00, а в День города финал назначен на 15 часов. Елена Бабина, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.